Каждое утро мы начинаем с того, что мы читаем небольшое стихотворение, такое очень смыслообразующее, да, от основателя этого сообщества, Бернарда Леви Худа. И оно читается на разных языках. Но когда ты слышишь его на английском или немецком, ну, я знаю только английский, ты его понимаешь, но все равно там остаются какие-то моменты. 2005 год, это конференция в Италии, и моя коллега Лена Хайтман, она русская, просто живет в Германии, перевела это стихотворение и читает его на русском. И она читает, и там есть такие слова, что в наше время один не может сделать в этом мире много. Только если ты соединяешься с теми, кто так же, как ты, готов нести этот импульс, ты можешь реально что-то созидательное в мире сделать. И вот она читает это стихотворение, и я понимаю, что я пока там, где я нахожусь, в России, одна, ну или почти одна. И что нужно сделать что-то, чтобы появились люди, вместе с которыми мы можем двигаться дальше, и вот этот импульс прекрасно нести в российский бизнес. И с того момента начинается мой путь к созданию сообщества. Благодаря вот встречам с людьми в ESD-сообществе я прошла путь, итогом которого стало создание сообщества Академии социального искусства в России. И мы сейчас реально делаем такие проекты, которым нет аналогов в мире. Или по нашему пути идут коллеги в других странах мира. Поэтому это какая-то безумная сила, если ты встречаешь людей, с кем ты можешь что-то делать вместе.